48 дорожно-транспортных происшествий на территории Магаданской области зарегистрировано с октября по ноябрь текущего года, в результате чего 57 калмычан получили телесные повреждения и 3 человека погибли. На дорогах вне населенных пунктов произошло 36 аварий, сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Магаданской области. Сложные погодные и дорожные условия требуют от водителей повышенной бдительности на дороге. Сотрудники госавтоинспекции Магаданской области напоминают автомобилистам о безопасности движения в зимний период. Для избежания несчастных случаев на дороге сотрудники госавтоинспекции Магаданской области призывают водителей транспортных средств быть особенно осторожными и обеспечивать постоянный контроль за движением транспортного средства. Заблаговременно снижайте скорость при подъезде к опасным поворотам и правильно выбирайте дистанцию до движущихся впереди транспортных средств. Помните, что сложные погодные условия требуют от участников дорожного движения повышенного внимания на дороге. В снежную погоду асфальт всегда остается влажным. На таком покрытии увеличивается тормозной путь, отмечают специалисты. Водителям необходимо отказаться от резких маневров. Также следует заблаговременно снижать скорость при подъезде к опасным поворотам. Безопасность каждого из нас зависит от личной дисциплинированности и ответственности, подчеркнули эксперты.